воины. Ну ладно. Но ничего, истинная опасность еще впереди. Ты почему-то зверорыцарь, а не этот. Лучше, ну, сам может что-то собрать. Короче, Данг, давай, давай Данг уступит, потом зайдешь на нуба. Ох, не персонажи пока. И Наоми, что же с этого больше надо, Дани? Так, напечатка, да, давай тоже на замену Юры. Этот Юра, потом сразу заходи на конта после этого босса. Ты мне и так, блядь, голды уже должен. Может мне обмен кидать? Саш, смотри, там штаны со ста нужны. Типа там два ханта есть. Что, не напуливал? Он в прошлый раз не напуливал, херово напуливал на Йоми. Давай так. Сама ничего звенька. И тотемы поубирайте. Все. Все берут темную, на пул браска отдаешь в Ю-Ю, Ю-Ю будет танчить. Двух боссов. Женька засмойте там. Ю-Ю будет танчить двух боссов, сильно поэтому не взрывайте. Чуфолок ловит справа. Апокалипсис ловит слева. И... Я сзади ловлю, давай сзади буду себя ловить. Блять, ну давай. И Женя скибиди ловит слева тогда. Слева это где черный портал, да? Да, да. Поставьте шкаф, Женька, засмонить. Так же слева или уже справа? Всегда слева ловит. Хорошо. То есть всегда слева, ладно. Тебе же белую берешь и ловишь противоположного цвета. Этот, поставьте шкаф, Женька, засмонить. Алло. Три. Ну. Слева. Ну, локни. Алло. Можно. Давайте посмотрим. Кстати, ребята, пожалуйста, пристабафинту. Ну, да, да. Все, Женек, иди бери темное. Так, готовность на пол. Это, у меня саппорт тут остался, я под саппортом. Ничего страшного, будь. Нормально. Никто босса не бьет, пока не подведу, я скажу, куда можно бить. И все кучнее станьте. Все должны быть сейчас под черной, бьем светлую. Звездочку. Все, иди пуляй, Коля. Смотрите, ни одна сферка в нас не должна залить. Пока больше не подведут, никто его не бьет. Все, играем по свету, и смотрите аккуратно там с огром свой. Сальву говорить кому надо? Сове можешь почти сразу закидывать, там эта сова почти, да, отлетает. И очень. Способность через 8 секунд. Приготовились. Светлую воронку взяли, все светлую. Мастер Аур и Сань, нажми сейф. Играем по темной. Танки сейчас ловят темные. Перебегаем по пути, не ловим темные. Ждите, пока пролетят. Все, погнали. Смотрите, темные летят в рейд аккуратно. Кучно стали. Играем по темной. По мне можешь сальву закинуть, сейчас будет огромно летать. Приготовили скорость спецспособности. Продолжаем бить. Разбить. Дальше будет два темных коста. Пока бейте темные.
Дальше все, у кого есть возможность забирать. Взяли темную, дали герой, даем по светлой. Все, будет дальше два светлых каста. Каст только забейте. Запустите Ануба, смотрите, его не спульте там дальше. Шнурки, Женя, заходи в рейд. И теперь будут люди, которые здесь были, в приоритете останутся. Жень, давай на Рышаму. На Рышаму. Да, ты в столу. Вообще можно, в принципе, тебе надо что-то с босса? Ну, квест. Смотрим. Возьмем, наверное, на пол. Видите, если надо кому более сильнее, меня спокойно, если надо кому. Так. Так, у нас главный тренинг. 450. 450. Отними ему бою минус 300, он пришел только на последнего босса от Витамин. Женя, давай на Скибиди заходи. Сейчас в Ницу паду я. Сейчас я в Ницу паду и зайду там. Угу. Так, так. Кто тут из новеньких? Короче, в пилах остается Стреля, так, Стреля, давай, Сацуне, Хака, Ону, Зорик. И это мне, если что, ничего не надо. Мне только это вопрос. Танка шея нужна кому-нибудь? Ну, ага. Что ты еще в рейде порулишь потом, не проблема. Ну ладно. Шуманите Ренессанса, пожалуйста. Ну давай, Дюха, на Иоми уступишь тогда, если тебе смотришь. Брига вообще не падает, заеблана. Ну нет, давай, послушай, ты в этого. Там, пожалуйста. Под горы. Давай, ну ты. А ты не упал? Нет. Может, по дикей в рейде, вы в рейде не упадете никогда. Так. А пока он надо что-то с босса? А пока он? Да, не знаю что, но мне что надо. Стука, чара. Что надо? Ну давай посмотрим, что он вообще падает, а мы скажем, что есть. Может быть, ботинки ему надо. Можно плащ, конечно, взять. Вот плащ хороший, 272, да? Ладно, сейчас Женя выйдет. Можно Женя сделать. Между Женей и Джанко возьму. Женя, можешь просто выйти с рейда, потом, который смотрит, чтоб не этот. И Джанка вместо Дженни. Сейчас такой пачкой пойдем. Кто вперед в пяти пати? Сколько ИП готов поставить Джанк за плащ? Что тебя поменяю на плане? Ну ставь сколько ставит. Это 600 или 600? Дексиона 600. 600. Фулл ставлю. 600 Дексиона. 4К ему бой. Раз. И два. Так. Женя, ты на этого, на шамана ставишь 7, да? Да. 7, окей, в Скибиди. Перебивает он? Ну, тогда, Женя, заходи на этого, на шамана. Паска будет вестник. Оффа еще, Женя, лемом заходи. Может, на хилу Женя будет, нет? Ну, у нас ну, типа филест. Стреля, Сацуне, послушай, вон у Зорик и... Так, а зачем она хапала? Так. Ну давай, ты давай твоего ретрика в натуре, а Женя этого хапала. Все. Ставьте в как, сумоним. Сумоним всех.
Ну, ты можешь потом Будрейвен перебить. Он... Скажите там в Дискорде, когда ролить будете. Да, сейчас мы этот убьем, а ну бы и будем ролить. Я пока так. Просто вышел. Так, кто здесь первый раз? Паладины, присты, у кого этот 4-4. Снимайте четвертый кусок Т4. Паладина это не касается. Паладин, смотри, только ни в коем случае на шнурки не вешаешь никакой щит. Ни обычный, не с своей билки новой. Шнурки суммоним. Так, как будет происходить бой? Мы бьем тупо босса, танчит его Юи. Бьем тупо босса и игнорим мобов. Выходит, две пачки мобов выходит, а нук закапывается. Первую сферку будем разбивать в рамбе. То есть, что это значит? Мы подбегаем к рамбу. Подбегаем к рамбу. Становимся перед сферкой. То есть, на лужу не заходим. Ждем, пока закинется боб. Закинули боб, ждете 2 секунды окончания боба, забегаете на сферку. Весь остальной рейд, как только уже выбралась цель, пошел бить в крест, заливать мобов. Заливаете мобов. Далее. Второй человек, которого выбирает, он разбивает сферку в квадрате. То же самое, подбежал к квадрату, не забегая на лужу, получил боб, ждет 2 секунды окончания боба, забежал на лужу, разбил. Далее. Третий человек просто убегает к речке, раскачивает нуба в крест, никогда не заходите, не разбиваете в эту лужу. Смоньте шнурки. В кресту никогда не разбиваете лужу. Потом... Потом Ануб выкапывается. Выходит опять две пачки мобов. Все то же самое делаем. Ждем, пока они выйдут, просто не трогаем их. Потом закапывается Ануб опять. Первая сфера в рамбе взрывается. Вторая в квадрате. Третий человек просто убегает. То есть мы два раза взрываем сферу в рамбе, два раза в квадрате. Теперь по бобам. Первый боб побежит закидывать туда. А у нас три этих паладина, да? Надо еще авокати взять на всякий случай. Блять, кто на замену хочет? Один человек. Надо, чтобы убили. Быстрее только, пожалуйста. А пока, давай ты. Вот это, блядь, лохотрон, конечно, блядь. Пиздец. Среди белого дня так чисто наебали. Давай этот, ВК, сейчас ум. Ненависть к ДК по-любому. Да потому что у вас миллион. Ага. И только что-то одного покала выгнали, блядь. ВК, Чизань, принимай сум. Да я-то сразу почувствовал, что ДК, я сам ушел. Там он есть ФДК и X-Freak. Покачай тут, Жень. Ну, улетай. Значит, КД поймали, плащ не лутанули. Покачай не тут. Сейчас кику он там. Ну, покалы, короче, это там как. Раз баб ты на плаче есть 19. Давай, а пока он, давай. А нахуй мне нужно за 19к, блядь. Че, заходить, Саш? Да не, это условность, это просто говорю, что у тебя бабки есть. Слышь, меня как шлюху кидают. Можешь даже дом дать. На первом боссе выгнали, потом взяли, блядь, на ласе выгнали, опять взяли. Нет, не мешай этот. Ну, блядь, хотел проще. Короче, у нас четвертого боба нет, поэтому четвертый человек тоже просто взрывает лужу. Нормально. Этот. Будем через взрыв лужи. То есть четвертый человек взрывает лужу. Первый побежит закидывать Зорик, второй Сацуна, третий побежит закидывать Бэдменталь, четвертый в квадрате мы просто взрываем. И дальше тоже будем две взрывать. Буду подсказывать. Зорик, да, ты можешь сбить сферу вначале, пойти в ромбике, сам первый. Квадрате не трогай. Могу я зайти, я еще здесь. Все нормально. А что, сапроты вы выделять нам не будете, да? Сапроты. Скибиди возьми, сацуны давай, я возьму сейчас, я еще не взял. Давайте, ребят, скибиди отошел. Бахните лапу, ребят. Скибиди отошел куда-то там, блядь.
Можете мне тоже кидать. Ладно, я сам разобью. Короче, Жорик, ты просто главное боб закинь, подбеги. Куда? Кидайте обмены за саппортами. Выключите кто-нибудь эту хуйню, сумит просто люто. За саппортом следующий. Кто из друидов лапу бахнете? Ключи заведующий. Еще раз, не должны ни одного не закинуть питка в крест. Самый главный таймер запустили. Так, мне кажется, девушка уже подбегали. Все, готовность. Слушай, пока не запулил, смотри, я ресонансу выключил микрофон, потому что у него там шумело люто. И если он тебе надо, чтобы говорил, тогда разбудит стажер. Не, не надо. На сове вроде. Не, ренессанс, Юра, напуливаешь слева, враска справа, Наоми просто помогаешь. Им чуть что. Так, дальше. Давайте по фасту, времени мало. Готовность. Не лежь, дядя Стэн, враска. Это Саш, послушай. Закидывай всегда свои шары по Зорику, по Хапалу, в течение боя вообще всего. Вот, а потом... Можно это? Да я объясню, человек. А потом, наверное, будем закидывать с тобой по каким-то двум хантам, чтобы они не померли. Наверное, давай по... Ты по враске, я по ренессансу. Она просто вот так стрёпнула. Да. Послушай, вылетел, блядь. А можно спросить, а зачем по мне? Это на тебя агресса будут, мобы. Под геры. Твоя задача не потерять шнурки, твоя задача не потерять шнурки, но смотри, не закидывай в него щиты. СС закинете в хантов. Давай джанг по Наоми, Дексиона по Враске, Будрелен по Ренессансу. Все, все готовы. Женя, не забудь таймер запустить. Саш, третья фаза начинается на 30%. Саш, ты же заранее подготовься, найди враску и закинь его. Мобы через 35 секунд. Блять, ебать лагает. А, вставай, не бэр, сейчас должна быть часа, вставай, если есть. Слушаю матчап, дай бэр, или бафло. Дальнего жука верните, он прыгнет на кого-нибудь. Приготовились напулить. Напулы отдали. Наемный иди бей, я скажу, куда напулю. Ланук закапывается, выбегаем все в центр. В центр выбежали, на сферу никто не бежит. РДДшники можете чуть поигрывать по мобам. Первый кто был бьет? Стрельня, что я побежал. И этот, вместе с ним Зорик. Зорик, закинь главное ему боб. Ранцер. Шипы, смотрите, аккуратно. Приоритет мелкий трэш, небольшой. Молодец, Стрейлер, разбил сферу. Блять, джанг побежал. Второй Сацуна. Цветов, уйди. Выбежали все подальше к речке. Сейчас все к речке прям бегите назад, прям далеко. К рамбу бегите. Потому что нас обосрался Стрейлер. О, отлично, на меня я потом глыбу нажму в конце. Икс-фрик. Пусть все обратно бегут. Все обратно убежали, да, и с Риком что пожертвуем. С Рик прожмется там на фул. Мелкий трэш играйте. И уводи его от... Ой, хорош, молодец. Мелкий трэш все добили, потом только по Анубу. Ануба переводим до 35-36 даже процентов, и дальше стопаем урон. Играем по большому трэшу. Милики не заходят, не играют. До 35%.
хватит там стучать, ё-моё. 5% еще отняли и дальше по трэшу. Через 5 секунд трэш приготовили. Все, топнули урон. Пока стоим чилим. Мелики, не забегайте на лузу. Центр выбежали. Пока не дойдут, никто не играет. РДшники аккуратно можете играть по трэшу большому. По нубу никто не бьет. А нуба не бейте, как не закопался. Блять, не сорвите трэш. И трэш не сорвите, да, смотрите. А нуб закопался, все в центр выбежали. Дальше Бурменталь побежал, дядя Стэн и Бурменталь. Смотри, только не затупи, дядя Стэн. Коля, разбивай там. Смотрите в квадратике, если что, в самом правом углу квадрат. Поэтому готовьтесь туда бежать. И сразу забегаете на в квадрате. На лужи. Скипите, Женя, побежал, сразу на лужи забегай. Нет, честно. Есть, там далеко. Вон. Все к речке побежали, все к речке отошли прям далеко назад. И апокалипсис, убегай под конец, прожмешься и по сути этот. Фейк-трака, вместе с ним беги, ему зубы что-то закинь. Бегай, бегай. Закидывай ему зубы. На всякий случай. Все, отлично. Добили мелкий трэш и под жопу кануму. Саша, ищи вразку, закидывай на него шары. А нубу пока не бьете, мелкий трэш добили. Пока не добежит он на место, не бьете его. Под жопу к нему. И вставай прям под босса, иди, Саш. Шаманом своим. И хиль через себя, рейд. Да, под жопу подошли, Геру дали. Коля айсбаунд, Маша инер по себе, не лев, тоже инер по Маше. Сопроты там повыпивали. Зорик, Маш-сакру нажимай. Обы скоро выйдут через секунду. Войд, жми дим на хп. Поедете куда со мной, с левой стороны, у меня сейчас будет пиздец. На яме. Помогай. Напуливать. Послушай, кастуй ним на хп. Сука, моп один идет. Готовься барменталь его фиксить, который моп идет. У меня уебало. А на мне сессы не было. Нет, БР на Зорика, быстрее. Рибах. Я умер. Я без напула. С левой стороны. На уме напулил. Сака, Сака, тихо. Сака, нажми гим на хп. А, вы убили. Почти. Хорош. Савчик. Так, Саня, я тебе лут скину, потому что мне надо уходить. Скоро будет час с репэшем. Я тебе сразу весь лут скину. Лайф, на... Сори, песни? Уже резко. Поздравляю всех. Я напишу ВИП, а там с Андреем поразбирали. Такой, такой маленький пачка, мы еще не убивали. Ну, бля, пиздец, просто. Мне ж рука дернулась. Я ИП не могу отниматься, у меня нет. Андрей, Андрей есть для этого дела. Андрей, ты тут? Да, да, да. Потому что я уже опаздываю. Сейчас я начислю ЕП за босса, и остальное ты там разберешь. Ты чек сделал? Что тут здесь, блядь? Я точно стреляю, начислю, что тут половина рейда нету, нахуй. Я перезахожу на друида, подождите еще. Начисляй, не начисляй, я тут. Ну, Саня, кинь обмен еще. То, что Санек, ты очканул, это понятно. С Вова.
Так. Трофеи можешь не отдавать, их продай просто. Не, понятно. Мне трофеи не отдают. А ты весь лут хочешь, типа, чтобы я родил? Да, я не успею. За что, блядь? Его звал, его не было, блядь. Ёбаный в рот, ты что, нахуй? Когда вы это начнете хуйню фестить? Начнем. Он был выше. Я не прочитал. А можно в твое усмотрение шмотролить? Потому что тут шлак половина. Нет, все. Я возьму три. Сацуна, Сацуна, который ты понимаешь, начинаешь мод, давай пойдем. У меня нет объявления рейда, сразу говорю, у меня не работает. Ну, ассист, дай ему и все. Так, это второе, а нет, это третье убийство, значит, 250 плюс 150, 450. 250, 150, 450. 50 еще за время. Все, ну, все отдал на лидера сами. Все, я полетел. Всем удачи, спасибо. Зрейд сегодня неплохо. Ждем еще.